Всем привет, ребята! Мы будем сейчас с вами распаковывать новые подарочки. Рубрика «Бумажные сюрпризы». Первая коллекция, как вы знаете, поп-сокеты, или как вы уже прочитали. Ой, полезли все. Сейчас все выберу и вам тут все покажу. Поп-сокет, в общем, в моей руке. Я не смотрела номер, но посмотрела рисунок. Вот. Выбирала закрытыми глазами, как всегда. И это вот такой поп-сокет с кошачьей лапкой. Номер 8. Вот здесь. Клеем. Следующая коллекция — это пластыри. Они у меня хранятся вот в такой баночке. Давайте сейчас, я не хочу, чтобы вы видели дизайн, давайте сейчас выберу, положу его в руку и сама не буду смотреть. Ну, короче, он у меня в руке, я сама не знаю что. Ну, давайте смотреть. О-о-о! Конфетки в зеленом цвете. Номер 3 на первой страничке. И последняя коллекция — конфеты. Кстати, вы заметили то, что пока что у нас вот наша распаковочка на первой части. То есть это первая часть, вот это вторая часть. И вот все пока что у нас попадаются вот на первой части. Интересно, конфеты тоже на первой части будут нам попадаться? Конфеты вот в такой упаковочке. Сейчас их раскидаю на стол вот тут сбоку и выберу тоже закрытыми глазами и сама не буду смотреть. Ну, короче, конфетка у меня в руке. Я сама не смотрела, что там, поэтому давайте посмотрим. Это конфетка Барбариска. Кстати, вкус у нее необычный, поэтому 9-е место. Я вам говорила то, что... Ой, улетела. То, что чем выше цифра до 15, чем она более редкая или особенная. Извините, это позвонили дедушке. Вот. Ну, все. На сегодня все готово. Ну, на этом все. Пока-пока.